Всем привет, вы на канале Правильный Выбор. Сегодня у меня на обзоре пылесос Philips FC9352. В описании вы найдете ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, а также включать колокольчик. В комментариях напишите, что вы думаете об этом пылесосе. Пылесос представлен в синем корпусе и предназначен для сухой уборки, с чем прибор справляется качественно и очень быстро. Обладая мощностью 1900 Вт, модель позволяет достичь эффективности в процессе уборки, обеспечивая стабильно высокую мощность всасывания. Пылесборником для модели служит циклонный фильтр, рассчитанный на 1,5 литра. Прибор отличается компактностью и оборудован мягкими колесиками, что позволяет ему легко перемещаться по любой поверхности. Поддержка технологии Power Cyclone 5 способствует ускорению в циклонной камере воздушного потока, что позволяет отделять частицы пыли, оставляя их в пылесборнике. В свою очередь, вихревой поток, повышающий эффективность работы, улучшает результаты сухой уборки. Включенная в комплект турбощетка делает сбор шерсти и пыли с ковров на четверть эффективнее, а встроенная в ручку мягкая щетка делает легкой очистку мебели, если потребуется произвести чистку обивки и мебели. Долговечный мотор 1900 Вт обеспечивает мощность всасывания до 370 Вт для тщательной очистки. Технология Power Cyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности. Насадка MultiClean предназначена для полного контакта с полом, что обеспечивает тщательную уборку любых напольных покрытий. Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой. Теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении. Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой. Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает более 99,9% мелкой пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей, что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HIPAA-13. Элементы соединения Active Lock позволяют устанавливать насадки на телескопическую трубку одним движением. Поворотная насадка Turbo предназначена для тщательной чистки ковров и с легкостью убирает шерсть и пыль. В интернете я нашел отзывы реальных пользователей и выделил основные недостатки. Нет ручки для переноски. Колеса. Совсем не маневренный. Шумный. Слишком длинный шланг. Короткий провод. Шнур не внушает доверия. Хлипкая регулировка воздуха на ручке. Плотность фильтров недостаточная. Теперь расскажу о положительных отзывах, которые частично пересекаются с отрицательными. Компактный. Хороший объем пылесборника. Длинный шнур. Удобный пылесборник. Мощность всасывания. Удобно мыть. Невысокая цена. Красивый дизайн. Очень простой в использовании. Ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель находятся в описании к ролику. На этом обзор подошел к концу. Надеюсь, вы уже поставили лайк, подписались на наш канал, включили колокольчик и написали приятный комментарий. До скорых встреч!